Во врачебной амбулатории 10 квалифицированных специалистов оказывают услуги больным. Центр оснащен современным оборудованием. Здесь зарегистрировано около 2,5 жителей, включая население близлежащих населенных пунктов. Работает дневной стационар. Работаю уже в этой профессии более 23 лет. Эта врачебная амбулатория у нас построилась в 2019 году. Материальная техническая база тепловая, водоснабжение централизованное, имеется санитарная машина, скорая помощь. Врачебная амбулатория рассчитана на 25 человек в смену. Есть процедурный кабинет, кабинеты терапевта, педиатра, хирурга, стоматолога и дневной стационар. Для пациентов предусмотрено 5 коек. У нас амбулатория современного типа, подключен интернет. Созданы все условия для оказания качественной медицинской помощи и хорошего состояния пациентов. Особое внимание уделяется пожилым людям. У нас есть собственная лаборатория. В настоящее время здесь продолжается вакцинация населения против коронавирусной инфекции. 530 человек уже получили первый компонент вакцины. Айгерим Бегенова, Гульмира Манбаева, Фархат Исмагамбетов, Кокчакпарат.